Женщина. Ну, не знаю, она в мантии. Плотная, Она черненькая. в Европе, в России, в Китае, в Штатах где? Почему-то она мне идет чернокожая, Илья. Хорошо. Где чернокожая судейская? Скорее всего, Штаты. Скорее, да, это Штаты, вот туда идет отсылка. Она рядовая судья или... Нет, она не рядовая судья. Она из какой-то высшей коллегии, я не могу назвать, как точно это называется, но какая-то коллегия, какая-то высшая. Она сидит очень высоко, она накачана от эгрегора юстиции. Так, ну давай-ка поищем тогда. Такая, знаешь, волосы, может быть, немного как для чернокожие, они как крашеные, немножко рыжие, но не очень черные, такие немножко с отливом. Вот такие крупные кудри, вот где-то вот такие короткие, губы большие. Ну, обычная такая плотная. Я не знаю, ну, до 50 лет. Может, может помоложе, ну, где-то такая. Попробуем судьи. Нет, имя вообще никакое не идет. Какой-то крутится, типа тизер, хизер, не знаю. Не буду Сейчас. говорить. А, ну вот именно в этом, в Верховном суде нету негритоски. Есть Соня Сотомайор, похоже. Коллегия какая-то. Вроде она темненькая мне идет. Коллегия, Кларенс Томас. Эйни Кони Барретт есть. 48 лет. Но не то. Не знаю, я ее хорошо вижу, она не меняется. Я потрогала, может, картинка изменится. Нет, картинка такая Смотри, же. над ней есть еще судья. Да, там есть еще один и еще один. Там два слоя еще над ней есть. А, ну тогда это не Верховный суд, пофигу. Метель. Ну что, тогда как, в какой она ложе связана? Какая-то в Нью-Йорке. Ну тогда стандартно. Прическа тени. Парикмахер тени. Судья. Коллега, пусть познакомится. Угу. Да, есть такая. Синие пусть забирают силу всю у таких судей. Угу, Синим, да. скажи, у всех судей забирать всю силу вообще. Включая жизненную. Магию, силу. Чужую силу. Эгрегориальную силу накачанную. Пусть становятся женщинами. Да, хорошо. Все не выполняют. Пошло. От меня чё и надо? Ты тетки. Там какие-то подключки. Так видно, что это как клещи на голове. Те, которые пьют что-то, высасывают что-то из Она головы. одна из клещей? Я бы не сказала, что она одна из впечатлений, что она за ними присматривает, как пасет их. Вот такая какая-то А что картинка идет. объединяет людей и клещей? Те, которые на особых подключках, которые питаются твоей, как мозгом твоим. А сколько их? До 20. Что их объединяет? Достаточно высокий чин или даже не чин, а чин, а ранг, и какие-то возможно, нет, это какие-то особые поручения, которые они выполняют. Как от некоторых лож есть люди, которые чем-то заведуют, и вот они это на такой подключке сидят.
Не знаю, как тебе объяснить. Они выполняют какую-то определенную работу. Эти люди. Все со сходными параметрами. То, что они должны делать. А что они чаще всего делают? Это организационные способности. У них должны быть развиты. Они твоим разумом как стратеги. Организовывают что-то. Спроси у синего, как объединить тогда, забрать у них. Эту способность мыслить моим мозгом, забирать мою силу. Ну, во-первых, подключки поубирать. Это синий говорит. Это понятно. Пока они там сидят, ее не заберешь, они говорят. Конечно. Сделать ее для них не усваиваемой. Пусть делают, как они это сделают. Эти все клещи, которые сидят, у них есть подключки роевые, через роевые подключки. Сделать твою силу для них ядовитой, они говорят. Пусть делают. Для всех раев мою силу ядовитой. Как они это сделают? Они говорят, антивирус какой-то добавлят для тех, кто подключен к роевому сознанию, он будет губительный. Для тебя это нормально, увеличить какое-то количество этого антивируса. Пусть делают. А вот этих вот подсвети судью им пантерок, снайперов. Парикмахер Да. в тени, стандартно. Да, хорошо. Но это на картинке так. На самом деле это люди, которые имеют доступ, которые имеют подключение. Просто идет картинка, что они как клещи, потому что высасывают, питаются. Генри Киссинджер один из них. Вот, и они очень хорошо тянули, если это люди уровня Генри Киссинджера. Я попробую сейчас Да. ими подумать. Это не только. Это еще организаторы и прочее. Давай-ка поубиваем их. Достали. Киссинджер. Понятно. Это политики, это музыкант, спортсмен, священник. Они разные. Те, которые держат какую-то территорию, организовывают какие-то мероприятия, владеют. Ну, как умами людей. Они должны как умами людей владеть. Вот такое какое-то идет. Да, и они в масштабах как-то влияют в больших масштабах. Да. Глобально. Да. Те, на которых равняются, тех, кого слушают, те, чьи, скажем так, процессы их жизнедеятельности очень заметны для большого массива людей, Да, для большой всю массы. политику Генри Киссинджер, по сути, делал. Странно, но один из них Сорос. Но его качают еще другие источники. Скажи синим, а вот люди типа Киссинджера и Сороса, они получают другую силу. Вот им всем добавить антивирус, яд в чистую силу, которая в них вливается. Да, они это делают. Покажи, допустим, Сороса и Киссинджера судье, что происходит с Киссинджером. Там приговор должен быть вынесен. Почему не вынесен? Ну вот сейчас дописывает судья ему обвинительные акты. Знаешь, это как такие вот веса. Здесь он, а сюда акты. И чем если перевесит, значит виновен. Если он виновен, что происходит? Если что? Если виновен, что происходит? Смотри. Должен заплатить, если виновен. И как это происходит? Ну, первое это раз воплощение. Второе – это расформирование на уровне расформатирования души, да. Да, развоплощением кто занимается?
такие механизмы? Это идет не принудительно, это как отключение всех тех функций, которые поддерживают, насколько хватит ресурса организма. Ну, настолько и пока не выйдет полностью весь ресурс. Это может быть от нескольких дней, там до нескольких месяцев. Но если вкачивают, он будет продолжать жить. Скажи судье, что тени являются частью процесса расформатирования, помощники частью вселенского механизма. Да. И пусть он их включает в процессы. Напускает сам. Угу. Хорошо. И пантерки то же самое. Да, я ждут, облизывает. Пусть не ждут, сразу кусает. Что еще Генри Киссинджер держит на этом свете? Да, по сути, уже ничего больше. Какой-то минимальный, как заряд, который уже закачан, с них не выкачивается, пока он не закончится. Ну, как пробел, закончился бензин, закончился машина стала, так и у них. Никаких подключений там нет уже. Угу. Компов никаких я не вижу. Тогда ждем, хорошо. Сорос. Угу. Тоже. Смотрю, вижу. Сука, в моем мозге копается, пьет. Там что-то вот на уровне, где почки или надпочечники, где-то там вставлено что-то. Такие пластины. Что-то искусственное и что-то механическое. Скорее даже не механическое, а квантовое. Снайперы. Скажи снайперам стрелять во всех масонов. Просто во всех. Антивирусом. Да. Да. Они в него стреляют, пусть стрельнут. И посмотри, что произойдет. Ну, скажем так, видоизменяется, как стал такой большой-большой-большой напух, что ли, и похлопнул. Вот это вот что было подключено, что это было подключено? Жизненные функции на уровне физического тела только поддержала. Хорошо. На квантовом уровне это не влияло ни на сознание, ни на энергию, ни на силу. Это всего лишь физические функции. Вытащи снайпера, спецназовца. Угу. Пусть зарядит антивирус и стрельнет в меня. Что происходит? Что, так и говорить, чтобы стрельнуть? Да, тебя? Пусть стреляет в меня. Ну, стрельну. Что происходит? Да, ну ничего, по сути. А куда выстрел пошел, заряд? Это вот сюда. А дальше? Еще стрелять? Да, смотри, большого меня стреляет. В роевого. Как мурашики, которые ко мне подключены, являются частью меня, реагируют, смотри. Да, они отпадают почему-то. Тогда пусть стреляют больше. Хорошо. Отлично. И пусть через меня стреляют в мурашиков. И через меня это еще дают цель указания. То есть пуля летит, попадает в меня и на самом деле в другого масона. И дают цель указания, в кого это попало. Пантеркам, судье. Ну, стандартно всем. Жрать. Хорошо. Ну, начали стрелять, да, хорошо. Угу. В разные части тела пусть разные стреляют. Попадают масоны. Да, отлично.
Возьми одну поливалку. Есть. Пусть синий добавит в воду антивирус. Яд для масонов. О, как мыльный раствор, хорошо. И пусть поливалка поливает меня. Как скажешь. Угу. На всех уровнях. Да. Так Да, какая так. разница? Оно перейдет на любом. Хорошо. Снайперам скажи зайти за спину. Со спины тоже стрелять. И во всех, кто присосался ко мне. Куда Да, идут хорошо. подключки. По подключкам, понятно. Угу. Вторую поливалку скопируй. Куда? То же самое на символ. Да. И пусть всегда поливает. Пока достаточно, смотрим результат. Кто из больших ученых, спортсменов, священников, политиков помрет в ближайшую недельку? Еще один артист какой-то. Тоже старый. Ждем-с.